Меня зовут Александр. С Ильдаром Зинуровым заочно знаком около 2 лет. Года полтора назад примерно брал у него первую консультацию. После этого существенно изменилось состояние дела. Организовал, поднял на новый уровень небольшой бизнес, работу и тружусь. Достигнуты хорошие результаты и по объемам, и по качеству. Вот. Но развиваемся. Недавно, несколько месяцев назад, еще проходил консультацию по личным отношениям. Не все так просто было. Прошло еще 2 месяца, и, наверное, к сожалению, а может быть, к счастью, то, о чем мы говорили на консультации, скорее вот все стало именно так, вот, как говорил Эльдар на ней. Что можно сказать? Если вы не знаете, какой вариант выбрать, если какая-то существенная жизненная проблема, вы можете не волноваться, но перестраховаться. Но я вам могу сказать, что на этого человека можно положиться, можно доверить ему свои секреты, и он обязательно подскажет, где этот свет в конце туннеля, куда мы не туда копаем, куда можно было бы копать. По крайней мере, вы увидите всю ситуацию, и выбор будет за вами. Делать так, как в результате вы получите что-то хорошее, ценное, или так, как обычно. Вот. Мне это помогло. Спасибо большое.